Как хорошо все пошито. Платье вы уже оплатили, верно, Бет? Да, почти целиком. Вам осталось доплатить, но большая часть суммы уже внесена. Да. Мне не о чем волноваться. Вы сами захотели сделать платье покороче, это ведь ваше решение. Да, да, мое. А за отрезанные куски мы тоже заплатили? Да, конечно. Не волнуйтесь, все оплачено. Но это слишком. Ну вот и все, взгляните. По-моему, стало лучше. Повернитесь. А может быть, поднять платье чуть-чуть на пару дюймов, сделать его подлиннее? Почти до пола? Ну да. Нет, нет, нет. Моя помощница сейчас принесет большие ножницы. С их помощью мы доведем дело до конца. Отхватим сразу куски покрупнее. Вы знаете мой девиз? Укоротить платье можно всегда, удлинить никогда. Может быть, устроить голосование по национальному телевидению? Пусть люди голосуют, присылают комментарии. Может, так и поступим, Бет? Если бы мы показали вас по телевидению, зрители оценили бы мою работу. Мы об этом уже позаботились. Видите, там желтый огонек? Да, это скрытая камера. Улыбнитесь, папаша. Вас снимают скрытой камерой. Бет, подойдите, обнимите и поцелуйте отца. По-моему, мы достаточно испытывали его терпение. Вас снимают скрытой камерой. Меня зовут Питер Фант. У Ким будет другое платье. Наша камера стоит вон там. А вы покраснели. Я думаю, раз уж вы это вынесли, свадьба Дэниел пройдет безо всяких проблем. А впереди медаль.